Доброго всем времени суток. У нас в лесу, на берегу реки, есть баня по-черному. Туда добраться можно только на лодке, но мы решили добраться туда пешком. Попариться в бане, покупаться в реке. Мы это. Володя, Володя, не верь погоде, не верь туманам и дождям. Все осточертело в этот вечер мне. Захотел поколесить. С деньгами жопа, на бензин есть. Уже неплохо, загружаем джип. Всем скопом, выходные впереди. Иду по пьяным туманам, пинаю воздух наиками. Душа летит. Итак, лес у нас труднопроходимый. Мало того, что заросший, тропинок нет, деревьев много поваленных, еще комары, оводья и крапива по пояс. Чтобы добраться было поинтереснее, я придумал квест. Смысл такой. На деревьях, на видных местах, номерки с цифрами. Это номера заданий по убыванию. Заданий всего 8. Восьмой номерок означает начало пути. А номерок 1 означает, что приз рядом. Приз может быть разным. У меня вот он такой. Номерки на виду, их надо увидеть. А вот задания надо найти. Они спрятаны в радиусе 5 метров от номерка. Задание – это схема передвижения. И она может быть где угодно. И в земле, и в воде. Кстати, весь пеший маршрут около километра. Начинаем. Объясняй. Короче говоря, по дороге будут вот такие номерки. Чтобы узнать, где их искать, они будут на видном месте, в принципе, на деревьях. Вот. Где их искать, будет вот в таких вот штуках. Это схема. А вот это надо искать, чтобы каждый раз следующая схема, короче говоря. И вот это спрятано, поверьте, очень неплохо. Она может быть где угодно. Там. Пять метров от вот этого. Короче, в радиусе 5 метров надо искать такую. Можно искать вверх 5 метров, можно в глубину рыть 5 метров. Короче, куда угодно. Берем рулетку или нечто. И ищем 5 метров просто. 5 больших шагов достаточно. Я не мерю. Вот так это. Ну что, собираемся, погнали? Форель в те деревья. Стёп, ты уже схему ищешь? Все понятно. Первое, что могу сказать, были в 20 сантиметрах. Кто был? Да почти все. Прям Серёга начал. Да.
Увы и ах. Ну что, подсказку брать будем? Сколько раз вы там мимо прошли, а? Не видели. Сколько вы этот ствол облизали уже, господа? Иди и отрывай. Не, отрывать не надо, пусть висит. Не отрывай. В 5 метрах от нее. Еще одна подсказка. Приметы. Ищите вмешательство в природу. Правильно, значит. Эх, как и ровно вы сидите вокруг нее почти. Вот здесь, дед Илюха, здесь стоял, блин. Я и здесь стоял. Ты сюда шел, туда. Илюха сейчас стоит. Я оттуда стопаю на нее, она... Это что это? Это что это? Мало ли, не деньги. Я в шоке, пацаны. Я в шоке. Где-то тут ям какая-то неприметная. Да, я не знаю. Да вот. Копай. Да. Да вижу, что она раскопана. А что не копаешь? Фильтр. Копай давай. Да она легко копает. Конечно, я же лопатой вырвал. Да, это лапищ, мелю. Естественно, она легко копается. Кепка копай. Ну, короче, вы убедили, что легко не будет, да? Чему портфель? Не надо. Люк, да. Закапывай давай. Распаковать тоже не так и просто, да? Да ты упаковал прям на славу. Ну, блин, ночь целая. Мало ли дождь, мало ли роса. Размокнет. Мало ли копатели найдут. Ага. Дорога. И следующее получается вот тут? Яблони. Все. Ясно, понятно. Ну, то я погляжу. Да ты поймешь. Ну так, смотри. Надо. Да я понял. Начинаем путь. Все, вот. Вот. Вообще-то я с ними должен был идти по бурелому, там три оврага, они идут до следующего пляжа, а я на лодке. А они где-то вот там идут. Она звук хорошо снимает? Очень. Тут крапиву можешь пролезть. Что ты кофе не одел, Самила? Зачем? У бурьяны идет, понимаешь? О, нормально. Дорога почти. Оп, руки поднимаем. Шифты. Прям колено. Засмотрелся чуть-чуть. Так же и полететь можно. Понял, отлично, это мина. Галопом, галопом. Славянка. Нет. Оп. Сам не можешь славянку навыть. Да, да. Часть плота. Пленных не брать. Это ручей к реке. Нам надо наверх. Так, ну я подплываю к пляжу. Они где-то все еще по оврагам лазят. Овраги очень тяжелые. Там бурьян. Они глубокие, резкие спуски, резкие подъемы. Ну я сейчас пойду их встречать навстречу. Нормально. Я не вижу.
Иди, Люх, прямо иди. Здесь песня за враг, это я точно знаю. Тут вам чуть-чуть поправее, ну не знаю. Люх! Ладно. Потом. Опа. Сань. Спасибо, Серёг. Очень приятно. Саню.